сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока противоречивые, но ясно одно. Одновременная атака службы. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Нет, приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед! Нарокос! Улица о нем позаботится. Согласен. Николай, мы наверху в хрущевах. Ополченцы окружают. Гони вертушку к рынку. Как понял, прием. Ладно, приятель, скоро буду. Все приготовиться. Оружие к бою. Начинаем. Надо пробиться к вертолету. Иди через ворота на рынок. Вперед! Ракета!
цель! Нам обрали к тому, что везде! Идем на горе! Куда ты? Рауч! Рауч! Прости!
видим их с вертолета! Они идут к тебе! Целая толпа! Рук! Их слишком много! Убирайся оттуда и иди на крышу! Быстрее! Беги! Беги на крышу! Рук! Мы кружим в твоем районе, но тебя не видим! Поднимайся на крыши! Вижу тебя! Прыгай на крышу, двигай к нам на юг! Вперед! Топливо кончается! 30 секунд и пора на базу! Руч! Топливо на исходе! У тебя 30 секунд, беги! Налево! Налево и прыгай! Давай! Прыгай! И давай, мы его забрали! Валим отсюда! Выключите телевизор. Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант Фоули. Так точно, сэр. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковой. С Бэджером шутки плохи, сэр. Она знает, что делает. Русские режут нашу оборону, как нож масло. Надо остановить их. Укажите точку на карте, сэр. Все будет сделано. Ханта 2-1. Это Ханта 2-1 главный. Вертолеты эвакуации терпят серьезный урон от обстрела с земли. Мы должны укрепить защитный комплекс, чтобы можно было эвакуировать отсюда гражданских. Вперед! Отряд! Открыть подавляющий огонь Байкарова! Унести поезд! Отряд! Защищать страйкер! Берегите пехотинцев с гранатометами! Отряд! Открыть подавляющий огонь по зданию! Неприятель в желтом здании! Уйти с улиц! Укрыть подавляющий! Атакуем желтое здание! Отряд! Они атакуют страйкер! Берегите с гранатометом! Уйти с улиц! Так точно, цель захвачена. Атакуем здание. Обойти их через дома. Бегом, бегом! Вперед, вперед! Противники все в здании! Противники все в здании! Уничтожайся! Атакуем машину! Вас понял, атакуем пехоту! Отряд, пройди через эти дома. Быстро, быстро! Бэджер-1, атакуем желтое здание. Противник движется. Вижу цель. Внимание всем наземным войскам. Бэджер-1 выдвигается. Прикрой меня. Один Хантеру 2. Цель уничтожена. Вперед! Вперед! Цель пехота у серого здания. Прикрой меня! Противник укрывается на дороге! Здание вражеского пехота! Понял, вражеская пехота в здании. Уничтожить Хантеру 2. Зона подавлена. Кабинет. Внимание! Мы выдвигаемся! Тебя задавят! Уйди в дорогу!
Ребята, живые пушки. Зона подавлена. Противоракетная система не справляется со шквальным огнем гранатомета. Нужна ваша помощь. Как слышите, прием. Бежер один, вас понял. Начинаем атаковать. Отлично, Хантер 2-1. Спасибо за помощь. Никак нет. Цель вне зоны поражения. Внимание всем наземным войскам. Бежер 1 выдвигается. Спасибо за помощь, Хантер 2-1. Бежер 1, Хантер 2, зона подавлена. Есть. Атакуем вертолет. Вперед! Бежер-1, Хантеру-2. Цель уничтожена. Подтверждаю, атакуем пехоту в контрольной точке. Один главный, это Оверлорд. Доложите обстановку. Мы прорвали блокаду в точке Вима.
Продвигаемся к Аркадии. Прием. Принято. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Вас понял, Оверлорд. Уничтожим ЗРК. Следуйте на Брукмер-Ролл. 4677. Вас понял, Оверлорд. Следует на Брукмер-Ролл 4677 сразу после уничтожения ЗРК. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Использовать целеуказатели. Обозначить цели для страйкера. Вас понял. Выполняю. Вас понял. Атакуем цель. Контакты возникли на точной стороне улицы. Типичный особняк. Дело не горизонтальный. Так точно. Атакуем цель. Ушел наверх!
захвачено, атакуем здание. Лазерный целеуказатель, чтобы направить артиллерию на эти машины. Артиллерия получила приказ. Приступаем к исполнению. Зенитный комплекс нейтрализован. Направляемся на Бруклер Роуд 4-6. Вопрос, что именно мы ищем? Прием. Сержант Фоули, это генерал Шепард. Ваша цель забрать особо важную персону из убежища на втором этаже дома. Так точно. Он будет ждать вас. Пароль – ледоруб. Отзыв – Феникс. Вытащите его оттуда и доложите Оверлорду. Конец связи. Вы слышали приказ? Бруклер Роуд 4677. Марш! Что-то тут не так. Проверьте убежище. Живо. Не похоже на нападение. Рамирос, возьми портфель. Вот то, что от него осталось. Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Шепарду она не понравится. Оверлорд, объект мертв.